Всех приветствую! Вы на канале Pro Tuning Company. Мы продолжаем вам рассказывать про открытие нашего нового филиала. И не просто филиал, филиал Brabus. У нас произошло уже много изменений. Идем к финишной прямой и хотим вам рассказать и показать, какие изменения уже произошли за данные две недели. У нас идет сейчас установка, монтаж вывески. Произошла небольшая задержка в связи с утверждением вывески с компанией Brabus необходимых макетов, которые подписали и запустили в работу. Сейчас хочу вам показать, что у нас изменилось внутри. Пойдемте со мной. А до этого подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик и, конечно же, ставьте лайк. Поехали! Итак, мы внутри, хотим вам рассказать, что было проделано. Вы помните, где я сейчас стою, была яма, на которой мы рыли специальный котлован для септика, чтобы по всем санитарным нормам мы могли запустить мойку, сделали септик двухкамерный, чтобы мы могли непосредственно потом выкачивать все необходимые загрязнения, которые после машины образовались. Два люка сделали, специальный сливной тракт сделали. Поэтому, слава богу, данный проект уже закончен, который затянул нас на две недели со стройкой. То есть мы должны были намного быстрее закончить сервис, потому что офис у нас уже готов, а сервис нас немножко затянул. Далее, мы смотрим на свет. Света здесь оказалось просто колоссальное количество ламп. Мы нарисовали красивый дизайн, воплотили его в жизнь, и вы сами видите, как супер свет дает реальный такой насыщенный яркий свет для детейлинга, то, что необходимо нашим мастерам, и я думаю, будет радовать глаз клиента. Здесь около 200 ламп, сейчас мы вот только насчитали 180 ламп, и еще будет по ходу работы добавляться, уже сами мастера будут просить, где добавить лучше ламп для качественной работы, полировки, детейлинга, оклейки и доп. Оснащения. Также хотел показать вам по черной матовой краске. Мы окрасили полностью все стены, мы окрасили потолок. Кропотливая работа, так как работаем с бетоном, работаем с металлом, с пластиком и со стеклом. И каждый компонент красится по-разному, с разными грунтами, с разными температурными выдержками и режимами. Все датчики, получается, световые датчики движения, датчики пожароопасности, камеры заклеивались аккуратно, чтобы не повредить сами линзы, и все коммуникации закрасили в один тон. Ну, в целом, вы видите, получилось просто бомбически. Идемте дальше, покажу вам, у нас еще вывеска и крутая плитка, которая в процессе, мы сейчас будем вам показывать, как это все происходит здесь и сейчас. Ну и, конечно же, самое интересное — это вывеска, да, которую мы утвердили с компанией Brabus. Будет она на фасаде. Сейчас вывеска пока у нас в помещении детейлинга, и сегодня она уже будет монтироваться на само здание. Логотип Brabus с фирменным знаком буква «Б». И наш логотип ProTuning. Кстати, оба бренда запатентованы. Как Brabus, так и наш логотип ProTuning имеет патент на товарный знак. И сейчас покажу вам еще полы, которые будут здесь за место этого бетона. Смотрятся они просто бомбически. Вы уже видели на нашем сервисе, который находится в Знаменском. Это специальный резиновый пол. Он предназначен именно для детейлинга. Сейчас мы с вами его разложим и посмотрим, как это будет смотреться у нас непосредственно на полу, что получится. Получится очень круто. Собирается как конструктор Лего, клеится на специальный клей, эпоксипол, эпоксидный очень сильный клей. Вот так это выглядеть будет. 200 квадратов красоты, и тогда уже здесь все преобразится. Еще повесим внутри красивые вывески, чтобы делать сочную картинку и сочное видео. Так что вот такая красота у нас уже на финишной прямой, и буквально
Через неделю мы запускаем тестовый режим работы и скоро презентуем вам дату открытия нашего тюнинг-центра «Брабус», филиал Краснодар. И идем с вами в офис, где покажем, там уже много мебели, стоят двери, все уже установлено, устанавливаем оргтехнику. Идемте в офис. Так, ребят, мы заходим с вами в офис. Офис преобразился, как вы видите, шоурум «Брабус». Сейчас вы видите уже почти финишную прямую. Когда мы были в прошлый раз, здесь еще были зашпаклеванные стены, ничего толком не было, полов видно тоже не было. Сейчас мы видим уже шикарные полы, это матовые серые полы. Потолок натяжной, белый глянец, уже со светодиодами. Здесь установлена пожарная безопасность, установлен Wi-Fi как раз. Вот первый раз я тоже такую вижу, таблетку Wi-Fi специальную. Окрашенный цвет черный мат, все стены полностью. То есть у нас здесь бьются, как вы видите, 2-3 цвета. Это черный мат, белый глянец и серый цвет основные. Мебель изготавливалась также под заказ. Белый глянец, шикарный стол. Большая витрина, где у нас будут располагаться образцы по различным аксессуарам «Брабус». Будут располагаться диски, будут располагаться аксессуары под стеклом и шикарный телевизор для видеороликов красивых стилистики «Брабус». Здесь будет сидеть менеджер, логотип «Брабус» шикарный будет, хромированный стоять. Установлены уже двери. Здесь у нас также есть хоз-подсобка, в которой расположен IT, различные всякие технологии, которые нам коммуницируют уже у нас здесь. Пожарная сигнализация, охранная сигнализация, все здесь у нас идет. Также у нас здесь не было вообще туалета, который мы установили, уже готов к пользованию для наших уважаемых клиентов. Ну и не обошлось без косяков и в данном шоуруме. Мы оговаривали, что здесь будут стоять диски в три ряда, 23 радиус, 22-23, 6 дисков. Но в итоге мы сейчас сделали замер и выяснили, что расстояние вымерили неправильно и крепеж сделали, скорее всего, под 15-16 диски. Ну ничего, мы это быстро, оперативно сделаем. Тут, в принципе, небольшая рокировка, не без этого. Ждем открытия с нетерпением. Я думаю, уже буквально неделька мы запустимся в тестовом режиме, откатаем на своих тачках и будем запускать уже своих любимых клиентов. Сделаем классное открытие с разрезанием ленточки. Приедут наши московские партнеры. И, конечно, с удовольствием мы уже запустим протюнинг «Брабус» в Краснодаре, Краснодарском крае. И будем улучшать супертачки наших клиентов. Ну что, ребят, подходит к концу наш ремонт и запуск нашего филиала компании ProTuning. И теперь вы видите, что это не только ProTuning, а филиал «Брабус» в Краснодарском крае, что немаловажно. Для нас это крутая новость. Хочу поблагодарить вас за то, что были с нами в этой суперстройки, где мы из пустого здания, как вы помните, ломали стены, строили, делали свет, делали красоту и уже вот-вот запускаемся. Не пропускайте новости, ставьте колокольчик, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Мы запускаемся обязательно в декабре 2020 года. Следите за моим инстаграм, подписывайтесь на него. Там я буду озвучивать точную дату открытия филиала «Брабус» в городе Краснодаре. Всем отличного дня, желаю успехов. Ребят, у нас проблема при монтаже рекламы на стекла. У нас лопнуло 3 стекла. Это пипец, конечно, грандиозная. Сейчас происходить будет работа, нам нужно будет демонтировать стекла сломанные. Это получается первое, второе, пятое стекло под замену. Заново заказывать рекламу и заново монтировать. Не знаем, почему так пошло, будем выяснять, кто подрядчик делал, изготавливал данные стекла, почему они лопаются подряд. Потому что я понимаю, стечение обстоятельств может, когда одно стекло, но когда подряд 3 стекла, конечно, это уже грандиозно. Будем решать этот вопрос. Печально, обидно, сроки опять у нас сдвигаются, уже начали вешать рекламы и опять головная боль. Ну ничего, будем решать.
Все нормально, пробьемся, прорвемся. Следите за нами дальше.